Сегодня я нашел мерзких тварей из глубин океана, которых хочу вам показать. Это акула, которой 80 миллионов лет. Что? Как такая старая тварь могла так долго прожить? Вы у меня все пишете, все спрашиваете, почему я не включаю свет. Сейчас включу, и вы увидите, что происходит, когда я включаю свет. Что это такое? Я включила свет, как вы просили. Оу! Видите, ребят, я же вам говорила, поэтому все. Я надеюсь... Что там происходит? Если тебе нравится эта рубрика страшных клипов из ТикТока, то скорее ставь лайк, чтобы я знал, что мне нужно продолжать это делать. У-у-у, какой динозавр милый. Ребята, я ставлю лайк, потому что это милое создание. Вау. 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 Это... Блин, мне так нравятся эти создания. Жесть. Офигеть! Реально, ребят, блин, смотри, какие огромные монстры плавали! Раньше. Жесть, смотри, у них ласты, огромные хвосты, огромные шеи, и причем у них и пасть еще огромная. Огромное тело, блин, просто, я вот не представляю, как такая мразь может, вот, знаете, у меня в речке плавать. Миллион лет до нашей эры, капец, у тебя зубы огромные, блин, я уже люблю этот выпуск и хочу сделать вторую часть. Вот что такое? Это тот динозавр? Нет, это, он уже по суше идет. Что это такое? Офигеть! А что такое? Это типа огромный динозавр идет. А внизу получается маленькие динозавры. Вау! А, ты посмотри, какой огромный лежит! О, жесть! Блин, я вот не представляю. Вот, не знаю, есть ли у меня под видосом фанаты динозавров? Ты посмотри какой! Спинозавр его называют. Спинозавр. Жесть. Блин, я даже вблизи на него через телефон не могу смотреть. Мне реально прикалывают эти существа. А есть, кстати, люди, которые не верят в динозавров. Так. Это какая-то древняя акула или что это? Нет, это тот же динозавр. Это тот же динозавр. Это спинозавр, только под водой. Огромная жесть! Окей. Блин, это огромные твари, черт возьми! Например, вот это! Это, конечно, не динозавр, но это мерзкая тварь из глубин океана, ты посмотри. Мегалодон. Его называют Левиафан, маленький Левиафан. Черт! Это получается мегалодон. Такие большие акулы, это могут быть только мегалодоны. Вот еще больше. И больше этих созданий только Левиафан. Огромный кит. Это же кит, да? Капец ты огромный. Это что такое? Это спинозавр. Видимо, автор этого ТикТока огромный фанат спинозавров. Жесть. Жесть, их много, конечно. О, подожди, это что такое огромное лежит? Это тоже он? А, нам показывают маленьких спинозавров. Так, вот то же самое, только под водой. Уже немножко другая анимация. Здесь можно их как-то получше рассмотреть, здесь их больше. Капец, у них зубы в разные стороны. И огромные, мне нравятся, знаете, хвосты у них. На спинах огромные, как есть какая-то рыба. Вот, ребят, название рыбы подскажите в комментариях. Есть тоже такая же рыба с огромным хвостом. У них еще и подбородок. Я думаю, что по этим видео, по этим тиктокам, вот кто бы мог представить, да, мы можем изучать динозавры. Ребят, я лайк поставлю заранее просто. Я хочу полноценный фильм от этого ТикТока аккаунта. Вот знаете, вот это невероятно. Еще звук такой, который я хочу слушать.
очень долго. Мне вообще нравятся такие эмбиенты подводные, космические, небесные. Знаете, вот те, кто знает, то поймет. Это что такое? Так, это опять какая-то древняя... это опять он! Он постоянно хочет кого-то нового нарисовать, но постоянно у него спинозавры одни на уме. Окей. Окей, ну мы поняли. Окей. А, кстати, вот под водой, как они выглядят, тоже огромные. А это кто? А как эти динозавры называют, которые огромные прям? Вот эти вот. Что? Это же не спинозавры, это другие. Или тоже спинозавры, только огромные. Ты посмотри, какой он огромный! Ля! Блин, просто лайк. Офигеть, офигеть. Мы видели только его ноги до этого. Жесть. То есть они могут до такой величины вырастать? Вы серьезно? А это уже что-то другое. Это... Я даже не могу... Это... Сарнотаурус. Это... Я не понимаю, что это за динозавр. Жесть. Капец, они все огромные. Я, знаете, я вот люблю больших динозавров. Я хочу тут еще раз посмотреть. У нас есть сначала огромные, вот, с рогами. Похоже, кстати, на Т-рекса чем-то, знаете, такие только растянутые, вытянутые. И вот внизу у нас лежит тот динозавр, которого я не могу прочитать, ребят. Если вы можете написать название в комментариях, то напишите срочно. Это акула, которой 80 миллионов лет. Что? Как такая старая тварь могла так долго прожить? На самом деле, я на ней не верю в эти тиктоки, но выглядит очень хайпово. Вы у меня все пишете, все спрашиваете, почему я не включаю свет. Сейчас включу, и вы увидите, что происходит, когда я включаю свет. Что это такое? Я включила свет, как вы просили. Оу! Видите, ребят, я же вам говорила, поэтому все. Я надеюсь... Что там происходит? Ребят, я осталась одна дома, выключился свет. Миллион лайков. Оу, у него стул двигался. Я очень-очень боюсь. Что это такое? Оно пропало! Моя, моя! Если это мое последнее видео, покажите его маме. Что там происходит? Не, на самом деле мне страшно за этим наблюдать. Чёрт! Она нашла у себя это в ванной? Представляешь, ты купаешь, знаешь, с пенкой. И потом вылазит из вот этой вот дырки в ванной. И такая штука, твои действия, что ты будешь делать? Я уехала из своей квартиры к родителям. О, она уехала. Что-то непонятное творится, не могу. Что это такое? Вокруг меня как будто проклятие. Пожалуйста, помогите. Мне кажется, скоро будет смерть. Ребята, что это за ТикТок? Если вы знаете, напишите в комментариях, что с ней происходит. Чем дальше я захожу в страшный ТикТок, тем это опаснее, вот что. Ну и напоследок я нашел самый интересный клип на сегодня. Вот зараза, ты смотри на него, смотри на него. Что это, блин? Он собаку пугает. Он собаку напугает. Это смешно все, конечно, но если это ночью произойдет и никого дома не будет, да? Это будет очень страшно. Вот такими сегодня получили страшные тиктоки. Если вам нравится эта рубрика, то обязательно ставьте лайк, если вы до сих пор этого не сделали. Меня зовут Рома, я не прощаюсь с вами. Увидимся завтра на супер уникальном и интересном видео.